Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Фронтальная система с волнами растянулась через всю Сибирь от Северного Урала до Байкала, сдерживая давление массива арктического холода с севера. Далее более подробный прогноз. 16 мая в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северный 2,7, днем порывы до 14 метров в секунду. Ночная температура составит плюс 12-14 градусов, днем ожидается 25-27 тепла. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.